Статистика неумолима. ДТП с участием мотоциклов в Мордовии не редкость. С начала года их произошло 51. В результате 3 человека погибли, 58 пострадали. Цель профилактических рейдов – напомнить всем участникам дорожного движения о правилах безопасности. Тормозили весь двухколесный транспорт, в том числе мопеды и скутеры. За 2 дня выявлено более 100 нарушителей. В сельской местности не редкость незарегистрированный транспорт, а вот водители без прав и пьяные за рулем встречаются повсеместно. Скажите, откуда куда вы ехали? Из дома на заправку. Из дома на заправку. Вы сегодня употребляли спиртные напитки? Да. Сколько? Бутылку пива. Бутылку пива. А вы знаете, что в состоянии алкогольного нельзя опьянения? А почему не, вы решили тогда сесть за руль? Пожалуйста. Вот сейчас просто до ума приеду и все. И... Вы сознательно нарушили? Я не отрицаю. Особое беспокойство вызывают подростки за рулем мототехники. За руль садятся, не зная правил, без опыта и даже без мотошлемов. Цена за такие нарушения правил может быть очень высокой. Чьи-то здоровье и жизнь. Любая техника – источник повышенной опасности. Управлять ею, не отучившись на права, недопустимо.